Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня будем менять подвесы от такой колонки Panasonic модель PM91. Видите, 80 Вт максимальная по верхам и по низам, 6 Ом. 2005 год, третья цифра, 2005 год. Все, динамик открутили, сняли. И второй тоже вот меняем, потому что, видите, весь в мелких трещинах. Ну, он в целый, но все равно для симметрии надо тоже заменить. Вот. Один вот этот новый уже приклеен. Ну, вот этот сейчас будем сдирать и тоже клеить. Снимаем кольцо вот это. Оно наклею. Ну, так поддеваем отверточкой и все. Начинаем теребить по кругу. Поддеваете пинцетом. Старайтесь, чтобы слой клея зацепить. Вот видите, отклеили часть. Да? Сдерживая диффузор. Начинаем вот так вот наматывать. Видите, он пошел как шкурка слезать со змеи. Вместе с клеем. Если много накрутили, то можно часть обрезать или оборвать и заново накрутить. И дальше шкурка такая получается. Вот этот вот клей приклеен, вот надо вместе с клеем ее, эту резину, снять. Она довольно таки так хорошо приклеена. Вот этот, чтобы вместе с, только остался чистый пластиковый диффузор. Вот этот надо тоже склеить. Как бы бывает, применяют для таких вещей растворители ацетона. Я вам не рекомендую. Снимайте, им здесь диффузор крепкий. И не надо ничего отмачивать и мочить. Снимайте прям так. А то отмачивать будете, вы так не снимете чисто. Понимаете? Вот только вот так вот. Вот это самый оптимальный способ. Я раньше отмачивал, но там весь измазюкаешься, ты там порвешь и долго-долго-долго. А здесь раз-раз накрутил и все. Все сняли. Теперь зачищаем вот эти все вещи. Можно прямо вот так вот отверткой. Зачищаем отверткой. Здесь старый клей. Потом, когда зачистили, кисточкой все обработаем. И можно будет клеить подвес. Момент. Можно прозрачно взять, как хотите. Он, в принципе, хорошо клеит резину с пластиком. В принципе, все. Потом нанесли клей на резиночку, все установили. И потом вот так вот поприжали, вот так по кругу все сделали, прошлись. Все, и оставляете сохнуть. Излишний клей можно убрать бензинчиком и зубочисткой. Они складываются в такие каташи, и можно их пинцетиком потом очистить. Вот. Даем подсохнуть внутреннюю диаметру, и потом клеим наружный диаметр. Внутренний диаметр здесь уже подсох, и начинаем клеить наружный диаметр. Сейчас я вам покажу примерно, как это выглядит. Зубочисткой поддеваем. Вот так вот отслаиваем и наносим ровненько клей. Вот. Потом он пока и когда еще не схватился, нажимаем на, чтобы он ровненько встал. Одеваем кольцо, тоже клей, и ставим сохнуть. Смазали кольцо клеем и аккуратненько его монтируем сюда. Ровненько проверяем.
Все в порядке. Вот пока сохнет под прессом, видите, здесь 1,5-литровая бутылка с водой и на ровной поверхности. Вот промазал углы ПВА. Вот здесь очень густо на углу. Ну и по бокам тоже вот этот торец весь промазал, потому что он как бы, наверное, в первую очередь и сыпется. Вот, потому что древесина здесь такая неплотная, да. Вот, но это он на глазах уже высыхает, наверное, второй слой сейчас положу. И будет, наверное, достаточно. Расскажу пару слов, как разбирать. Снимаете кольцо, да? Ну, я обычно пластиковую пленочку тоненькую использую. И потом отверточкой так-так-так под нее поддеваю. Она вот здесь вот на таких вот шпоньках. И наклею. Вы аккуратненько снимаете кольцо, отвинчиваете 4 винта и вынимаете динамик. Вот видите, как китайцы наляпали здесь. Это уже, друзья мои, китайская, к сожалению, колонка. Ну и видите, качество социалистического производства говорит само за себя. Вот, потом клеем смазали шпоньки и сюда шлеп, когда уже динамик установили. Все, колоночка готова будет. Ну и останется нам в следующих сериях ее испытать. До свидания, спасибо, кому было интересно.